В эти светлые пасхальные дни настоятель вместе с прихожанами побывали на подворье нашего рождественского храма. Главное отличие подворья в том, что на его территории расположена часовня, и здесь совершается молитва. Этот день начался с молебна с акафистом пред образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», в честь которой освящена часовня. Во-первых, это чаша Евхаристии, в которой церковь приобщает нас самому Христу. А во-вторых, напоминает о том, что эта чаша – неоскудеваемой благодати Божьей. И если мы приступаем к святому таинству причащения, то мы приобщаемся самому Богу. Радуйся, молитесь, неубиваемая чаша, духовную жажду нашу удаляющая. После молебна оценили состояние фруктового сада, обсудили возможности по увеличению урожая яблок, спланировали посевные культуры. Посетили птичник и животных подворья. Некоторые из них – постоянные гости нашего храма в святые дни Рождества Христова. Всеми любимая ослица Звездочка, козочки и телята. Как важно в современных условиях развивать собственное подсобное хозяйство. Продукция, которая производится на подворье, доставляется в храм Рождества Христова. Молоко перерабатывается для производства молочной продукции, творога, сметаны, сливок и сыра. Эту и другую натуральную, экологически чистую продукцию подворья с удовольствием приобретают прихожане и гости рождественского храма. Земля – это дар Божий и наша кормилица. Нужно любить землю, и она возблагодарит всех, кто о ней заботится. Пусть Господь помогает всем, кто трудится, помогает этому доброму делу и благотворит развитию подворья храма Рождества Христова. Если мы просим угодного Богу, то Бог обязательно исполнит наши молитвы. И пусть в эти пасхальные дни все наши добрые молитвы непременно исполнятся. Христос воскресе! Христос воскресе!